Выстава под назвой «Фотообразы и материалы» открылась у картинной галереи Гаурила Ващенки. Экспозиция, промеркованная до фестивалю «Японская осень» у Беларуси. У ее 50 работ знакомитых японских мастаков. 70-е годы минулого стагодия лишатся золотым веком японской графики. Майстры працавали на стыку двух видов визуального мастацтва – фотографии и гравюры. Выстава включает два разделы. Век фотографии расповедая про роль здымков у процессе створения гравюр. Аутономия материи уключая работы, особливости яких досягнуты дякуючи властивостям материалов. Мы уже шестой раз проводим фестиваль японской культуры «Японская осень» в Беларуси. И, если честно, эта выставка в Гомеле – это в этом году заключающее мероприятие в рамках этого фестиваля. Да. В этом году мы проводили уже в Минске, в Гродно и Гомель тоже мероприятия, кинопоказы, демонстрации и мастер-классы чайной церемонии, икебана и так далее.